Это просто бесплатная реклама стоит в центре города. Я вот ездил в Волгограде, там тоже весь Волгоград в звездах. На время празднования великой там праздников называют Сталинград. Понятно, что, к сожалению, вот мой коллега здесь своих вот этих вот идеологических, ну, он не может идти против установки партии и высказывать какую-то другую позицию. Понятно, что это выгодно коммунистической партии, это ее прямая реклама, и там другой позиции быть не может. Хорошо.